Привет, дорогие друзья! По прилету в Таиланд, особенно в Бангкоке, мы столкнулись с такой проблемой, как такси. Вернее, не само такси, а некоторые его вредные водители, которые реально хотят срубить капусты на туристу, который, по его видимости, тупой или не понимает, или не знает, что, как и куда. И вот мы решили снять такое вот познавательное видео про таксистов Бангкока. Ну и для того, чтобы получилось это видео, мне пришлось в начале видео камеру как бы спрятать за бутылку, чтобы он не понимал, что его снимают. Иначе оно бы просто не вышло, он бы по-другому мог себя повести. И вообще, грубо говоря, нам повезло, потому что попался под съемку такого видео, попался такой вредный таксист, что это просто нам мана небесная упала, реально. Ну смотрите. Мы в аэропорту Бангкока, хотим взять такси. Думаю, познавательное получится видео, если у нас получится его прокрутить, как они вот вообще это все делают. Таксисты, наглецы страшные. Нужно время, ждите. Подходишь, нажимаешь get ticket и дает тебе билет. У нас номер 58, мы идем искать 58 такси. Тут 43, 44, 45, 46. Чуть-чуть вправо уйдем. Вот так. Ливотель. Написать? Или написать улицу? Покажи ему в навигаторе. Вот, сейчас покажем в навигаторе человеку. Секунду. Не здесь. Ливотел. Сколько там километров? 20. Сколько? 22, да? Да, 22 километра. I want map. I want telephone number. Хочет номер телефона. Не понимает где. Тут выехать с аэропорта, проехать прямо, повернуть один раз направо и один раз налево, и он не знает, где это. Где это, непонятно. То есть как бы начинается уже такая сцена изначально. Пришли туристы, их нужно развести. Он не понимает. Мой друг называет ему улицу, он не понимает. Ну, багаж хотя бы положили в багаж. How much? 300 бат. 300 бат? 300 бат. Let's go. Поехали. Три сотни хочет человек. One, three, zero. One, three, zero. 130. I can you speak Thai? Same pro, same pro. Not same pro. Latao. Navigation. Oh, oh, oh. Sorry, man. Navigation. 22 kilometers. 22 kilometers, 300 bucks. I'm sorry. Oh. Look
การคุยสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะเนี่ยMy po krugu ne yezdim. Nam po navigation Levotel, please. Levotel. Ja, ja, slowly. Okay. Slowly prav 130. 100. 130. 30. 130. Okay, 130. I understand. 130. How much? 300 baht, you okay? 300. Счетчик, счетчик, пожалуйста. Ой. О, счетчик, наконец-то. Окей, мэн, окей. О, злой, разозлили его. Разозлили таксиста. Кошмар. Я в шоке сам. Can you speak Thai? Yes. No. Can you speak Thai? Thai language. Кошмар. Что творится, да, в наше Сама время? Ездим, да? Так, на выезд. Exit. Не злитесь, гражданин таксист. Нельзя злиться. Ну. Навигатор, да. Плиз. Оно дальше скажет, ставьте его сюда. Окей, мой друг помог. Ну, ему уже просто деваться некуда, просто мы его, грубо говоря, заставили своими движениями, блядь, довести нас за реальную цену по самой кратчайшей дороге. Тупо заставили, вот смотрите, по-другому будут разводить, как только, блядь, можно. Извините, вставит нехорошее слово, но уже надоело. Вот я вам показываю реальность такси Бангкока и не только. Что мы там правильно едем, да? Ты контролируешь этот процесс? По времени что там у нас 11-12 минут еще, ну 12 минут. Короче, дорогие друзья, у нас сейчас человек, скажем так, ситуация такая, посадка 35, это стандартно, мы его заставили включить таксометр. Потом что у нас по факту 75, почти полпути проехали, хотел 300, будет 150, 160 потолок. Вот таким образом вы сэкономили себе еще одну поездку до аэропорта с вашего отеля. Я думаю, наглядный пример. Такие вот дела.